прошлом учебном году 86 детей приняли участие в 5 конкурсах в рамках проекта и еще более 100 в акциях и других мероприятиях школы «Росатома». Торжественную церемонию награждения провели заместитель главы Александр Новиков и председатель комитета по образованию Татьяна Токарева. Они наградили маленьких футболистов из детского сада «Ласточка». Ребята принимали участие в зональных играх по футболу в Нововоронеже. Валерия Карпинская, Геннадий Амельченко, Анастасия Прокопова и Владислав Буланов под руководством учителя русского языка и литературы первой школы Юлии Михеевой участвовали в финальном этапе метапредметной олимпиады в Зеленогорске. Андрей и Светлана Токаревы были награждены за участие в фестивале «Росатом Скул» в городе Лесной. Станислав Разганов и Александр Бочинок этой весной провели незабываемое время на международном форуме «Атом-экспо». Кирилл Маневский и Алексей Михайлов в городе Железногорск заняли 5 место в финальном этапе инженерного конкурса «По следам Жюль Верна». В проекте «Школа Росатома» принимают участие не только дети, но и педагоги. Так, воспитатели Диана Федина и Валентина Земского участвовали в стажировках, где повышали свои навыки общения с детьми в игровой форме. Все участники проекта были награждены благодарственными письмами. В их честь состоялся праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами «Дансклубом Модерн» и вокальным ансамблем «Калибри». Насыщенная игровая программа «Путешествие троллей» вовлекла в свои конкурсы огромное количество ребят. Присутствующие на празднике родители активно болели за своих детей. Этот день был наполнен яркими впечатлениями, радостью встречи со школой и сверстниками.